Еще один памятный знак появился в Иванове. На здании бывшего главка установлена мемориальная доска, посвященная Тарасову Николаю Никифоровичу, герою социалистического труда и министру легкой промышленности СССР. В 1950 году Николай Тарасов был направлен в Иваново для исправления плачевной ситуации, которая сложилась в нашей области с выполнением государственного плана. За непродолжительное время Тарасов добился эффективной работы текстильных предприятий. По результатам социалистического соревнования 1951 года региону удалось занять первое место в СССР. Иваново сыграло очень большую роль в судьбе отца. Он здесь проработал всего 2 года, но проработал настолько успешно, что отсюда в 1952 году он был назначен заместителем министра легкой промышленности. Тогда им был Алексей Николаевич Косыгин. Вот. И, в общем-то, с тех пор отец сохранил очень теплые чувства об Иванове.